Начнем. Знаете, я даже вот так сделаю. Все, начинаем. Наконец-то сейчас. Сейчас уже будет 100% игра. Еще раз представлю составы команд, чтобы на записи это все осталось. Виктор Тас, Войтас, Филипп Нево, Кубский, Якуб Кубан, Гурчунский, Мариуш Лурцибульский, Ярослав Паша Ярцапковский. И вместе они есть C-Gaming, Польша. Кирчнет, Андрей Блейд, Городенский, Александр Шар, Гордеев, Роман Зиван, Полтавченко, Владислав Бондик, Нечепарчук и Руслан Крутой, Колодинский. Все, у нас пистолетка, Кирчнет в атаке, это Детрейн, первая карта, четвертьфинал, Техлапс Кап. Онлайн турнир с ланд-финалом, гранд-финал пройдет на лане в Москве, в ТЦ Химки, по моей информации, в эти выходные. Ой, в следующие выходные. Но не могу сказать точно. Следите за анонсами. Крутой подзелье, Ньюшарский около сотки. Бондик, Блейд, Зиван. Тут винта крутится в доме. Бондик контролит вверх-вниз. Пожарку. Зиван, Блейдер отправляются ближе уже к пленту. Вот Зивана пропустили. Ну что, тут никого не нашли. Ушли. Крутой с дигла практически забрал Нео и забрал Пашу. Ну, это дефолтный розыгрыш пистолетки за террористов на трейне, где одному террористу дропают дигл, он покупает себе броню и идет уничтожать просто терминатор по зелени. Это очень часто стратегия. Пока она не очень сработала, ну, численное большинство есть, конечно, у украинцев, но бомба поставлена. Да, Бондик отлично забирает Кубана. Тас его разменивает. Бомба стоит 3 в 2. 3 в 2, 3 в 2, 3 в 2. Зиван в девятке. Нет, все. Этот раунд не берется. Вот этот игрок, он контролит все. Он просто контролит все, что можно. Его практически невозможно забрать. И тут еще Шарский. Шарский с диглом. Зиван минус Тас. Ну да, все. Шарский забирает Нео. 1-0. Керчнет повели. Вы спросите, за кого я болею? Я отвечу. Я болею за наших соседей из Украины, за команду Керчнет. Тем более, что киберпортал ESGG — это наши партнеры. Партнеры портала virtuspro.org. Поэтому ну, так, команды побратимы, я бы сказал. Virtus.pro и Керчнет. Смотрим. Юспы у поляков решили они не брать никаких диглов. Ну правильно, нужны АВП на этой карте. Куда без АВП на этой карте? Никуда. Паша там ныкался у нас у скалы где-то, его подорвали. Украинцы аккуратно, без каких-либо кипишений, спокойненько. Тут смотрите, где лурт уже. Хитрый-хитрый лурт. Лурд тут может натворить делов, пока там у нас Андрей Городенский находит двоих игроков, лурд находит крутого и забирает его. Забирает его и его девайс еще. Девайс, конечно, не торт, это всего лишь дигл, но... Лурд был этому рад. Отняли, обидели, 2-0, короче, отведут. 2-0, Кирчнет ведут, еще один эко-раунд, наконец-то, уже АВП есть у Керчей, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим, есть ли АВП у Керчей, по-моему, есть. О, хорошая флешка. Да, у Крутого есть АВП, крутой, где он с Крутой? Крутой поверх внизу прошел. Наверное, самое безопасное использование АВП, да, на... против эко-раунда, потому что здесь можно вот так вот вовремя, оп, и все, и я в домике, никто тебя не подожмет. Пускают Зивана, как артиллерия ближнего боя, Зиван с калашом, Нео, правда, забрал Бондика. Так, Кубана все убили, остались Тас, Лурд, оба в перемычке, я не знаю, что они пытаются сделать, найти какой-нибудь девайс, наверное. О, хороший хэдшот от Таза. Минус Шарский сейчас возьмет калаш. Попробует еще кого-нибудь одного там забрать. Может быть, получится. Нет, не получится, Бондик.
нейтрализует таза. Ну, смотрите, два девайса отжали, два калаша минус. Как бы ущерб нанесен, да, по экономике, но все равно экономика в плюсе остается. То есть денег, конечно, отняли, там сколько, 4 тысячи потеряли Керчи, но заработали все равно больше, чем потеряли за раунд. Поэтому все не так страшно. А вот теперь уже все на самом деле страшно. 2 АВП у поляков. Кубан с Пашей обладают зелеными орудиями убийства. А у Крутого, вот Крутой единственный в своей команде с АВПом, поэтому ему придется перестреливать двоих снайперов. Посмотрим, что из этого получится. Пока Крутой у нас под соткой. 3 игрока у винта, один под зеленью. Такой дефолт в исполнении Керчнет. Их собственный дефолт. Прилетает флешка к Тому. Еще одна флешка прилетает к Тому. Там замесы какие-то происходят. Разменялись. Два подвоя. Шарский нестандартно прокинул дым налево, прошел направо на зелени, да, обычно делают все наоборот. Шарский, шикарный хэдшот Кубана, оставляет таза с Пашей, вдвоем против троих, ну вот уже 2 в 2, здесь важная сейчас будет перестрелка. Шарский, еще один хороший фраг, и Паша с Бонтиком 1 на 1, Паша с Бонтиком 1 на 1, бомба берется, но... Паша сейчас... Да, Паша ловит шикарный тайминг. Паша ловит шикарный тайминг и ставит первый... Ставит единичку в графе раундов у ESC. Ну, здесь, согласитесь, здесь просто везение. 100% везение, что вышел именно в тот момент, когда игрок забегал в перемычку. Ну и, на мой взгляд, Бонтик немножко все-таки неправильно сыграл. Надо было брать бомбу и бежать наверх-вниз, а не бежать обратно, сломя голову на планет. Время было. Время было. Так, Бондик сейчас оставляет тазу. Совсем чуточку. 25 хп оставляет он тазу. Шарский вообще ничего не оставляет Паше. Смотрите, как перестрелял польского снайпера сейчас. Ну, вот эти вот прострелы в исполнении Зиван, да, вот сюда. Они... Больше для того, чтобы прогнать отсюда игрока, чтобы вышел вот отсюда игрок, который вот будет нейтрализовать вот этого игрока. Здесь прострелы, они больше не на, знаете, не на убийство. Шарского забрали, 4 в 4, он лежит, тело. Зиван перестреливает Нео. Зиван как топовый. Топовый польский аймер. Так, вот сейчас будет важная перестрелка. Знаете, по хп совсем все проблематично у поляков. Тут как бы... Да, Крутой еще попадает в Кубана. Остается Тас на пятой линии где-то сидит, по-моему. Нет, Тас у нас с хп, Лорд на третьей, на четвертой, на планете. Лорд пытался убить Зивана, который ставил плент, в итоге промазал и... упал. Ну что, остается, да, остается последний таз, таз уже тоже не остается. 4-1, смотрите, Керчнет берут девайсы против девайсов, опять оставляют поляков без денег, и это 5-1 намечается у нас. Радует меня Керчи, конечно, ну, просто глаз радуется смотреть, не знаю, как бальзам на душу, что ли. Да, слышит топот, но сделать ничего, к сожалению, не может. Все. Развалилась оборона на Б-планте. Поляки агрессивно так стояли. Нео, хорошо, Бондику попал по башке сейчас, видели. И до сих пор соты, посмотрите, Лип Кубский тут бегает, носится, он расстрелял уже все патроны. Ну все, Блейд наконец-то нашел. 5-1. 5-1. Поляки, вы знаете, поляки, в принципе, не самая сильная команда в онлайне. Поляков многие ругают игрой в онлайне. Частенько поляки проигрывают командам, которым они, в принципе, не должны проигрывать в онлайне.
но за ними такое водится. И поэтому все онлайн-квалификации на большие турниры поляки обычно проигрывают. Но потом организаторы все равно их приглашают, все равно их зовут, и в итоге ESC там всех наказывают. Вот как с Intel Extreme Masters Grand Final, например, да, было, где поляки проиграли там все квалификации, ни разу не попали на Intel Extreme Masters Global Challenge, ни в Киев, ни в Гуанчжоу. Не в Киев, не в Гуанчжоу, не в Нью-Йорк, но в итоге все равно там какой-то там последний Last Chance Qualifier, где там, ну, было ясно, что Польша выиграет, почему, потому что там ну, совсем было не с кем сражаться, и в итоге все равно не попадут туда. Я тут заговорился, а у нас 2 в 2 клатч, Бондик сейчас, да, убивает Кубана, но Кубан успевает убить Крутого. Ну вот как же так? О, как же так получается-то? Прилетает Хае немножко не в тайминг. Бомбу берет у нас Бондик. И отличный, шикарный хэдшот в тазу. Ну там, что 100 хп было бы, что 200 хп было бы, там все равно просто. Выносите, ногами вперед улетел таз. Это 6-1, смотрите, 6-1. Кирчнет пока доминирует. Пинг игроков одинаковый, 35-35. Команды в равных условиях. Ну вот единственное, тут у Зивана, как всегда, пинг самый большой. А у поляков Кубан, наверное. Кубан с Нео, они явно где-то рядом играют. Может быть даже вместе сидят где-нибудь у кого-нибудь дома. Ну это не важно. Это не важно, здесь девайсы у обеих команд. Так, сплит 2-3. 2-2-1, да, 2-2-1. Блейд у сотки, Зиван, Бондик. Верх-низ. Шарский крутой на зелени. Причем крутой СВП, наверное, здесь подсадочка. Да, тут подсадочка. Зиван убивает Кубана. Тасс убивает Бондика. Крутой, шикарный минус Нео. 4 в 3. Лурд опять аркадничает. Лурд, конечно, молодец. Я не знаю, как он так чувствует, но вот его еще ни разу не поймали. А он может поймать. Но сейчас Лурд не угадывает. Надо было бы ему идти. Надо было ему идти под зелень. Он все-таки разворачивается, идет обратно в сотку и остается уже в одиночестве. Смотрите, Шарский убивает на зелени игрока. Блейд убивает на верхнем парике игрока. Лурд, минус 2. Смотрите, что делает. Минус крутой, минус Шарский. Мариуш Цибульский творит просто чудеса, но... Зиван! Роман Полтавченко. 7-1. 7-1 это разгром, просто разгром. ESC Gaming. В атаке Кирчнет доминирует просто Зиван 11 на 2. Ну, Роман Полтавченко это просто мега онлайнер. Я сейчас его ни в коем мере не хочу оскорбить. Человек и на лане творит чудеса, но в онлайне он просто неостановим. Крутой Шарский, Зиван. Три быстрых фрага. Нео немножко ответил. Одного забрал, успокоил. Ну и остался уже в одиночестве. Филипп Кубский, да, пистолаж. Да, он убивает еще Бондика. 26 хп, брони нет. Что тут поделаешь? Тут ничего не поделаешь. Ну, вот, как бы... А может и поделаешь? Нет. Зиван забрал красиво, очень красиво. Но это 8-1. В любом случае... В любом случае это 8-1. Есть девайсы, Паш, с АВП, наверное, у Кубана тоже есть АВП. Сейчас посмотрим. Нет, у Кубана АВП нет, а в один АВП играют поляки, Блейд Шарский. Зелень, Бондик, Зиван. Пожарка, крутой сотка. На этот раз с АВП отправили под соточку. Чекает шестую линию. Крутой. Там за вагонами ходят, ходят ребята. Но к нему никто не хочет выходить. Зиван получает по голове. Вовремя сваливает. Сейчас туда прилетят Хае. Нет, Хае не хотят лететь, но Зиван лучше сюда не вылезать. Он это прекрасно понимает. Крутой уходит в дом. Сейчас будет перестрелочка. Кто у нас там был? У нас там кто-то был из поляков. Да, тут Таз. И у Таза сейчас будут большие проблемы.
если он вылезет вот отсюда. Так, ну что, таза найдут или нет? Найдут или нет таза? Зиван, 13 хп. Прилетает флэш. Так, ну таз надо разменивать. Нет, таз делает минус 2, без размена. 12 хп всего теряет. Кубан, лурт, ну все, да. Лурт опять поджал. Лурт аркадник. Просто Мариуш Цибульский, ну как так? В каждом раунде он выпрыгивает и в спину пытается кого-нибудь убить. Ну, первый раз это сработало на все 100%. Бедного Шарского оставили в одиночестве. Шарский, естественно. Сейви такая. 8-2. Но все равно счет катастрофический для поляков. Не завидую я им. Во второй половине придется им очень сильно напрягаться, чтобы потащить. 2 ВП у поляков. Так, что у нас тут придумает Роман Полтавченко? Зиван уже спустился вниз. Блейд Шерским проходит зелень. Там Паша. Паша находит Блейда. Нео находит крутого. 3 в 5. Нео, правда, очень мало хп. Но здесь еще лурд минус Зиван. Бондик забирает Коцаного Нео. Шарский перестреливает Пашу. И Шарский 16 хп. Вот опять Шарский остается один. Но, правда, в этот раз не 1 в 5, а 1 в 3, но 16 хп. Нет, ну это нереально. Сейчас он вылезет и тут же, просто тут же упадет. Смотрите. Да. Там тем более был Кубан с АВП. И это... это уже без разницы, что у тебя там 16 хп, что у тебя 116 хп. Это 8-3. Это 8-3, деньги потихоньку-потихоньку подходят к концу украинцев. Да, Зиван с диглом. Это уже волевой бай такой. Здесь что-нибудь, наверное, будет быстрое. Да, Блейд уже прошел на шестую. Зиван на шестой, крутой, пропрыгивает. Крутой пропрыгивает. Пропрыгивает. Да, выходит на шестую. Минус Стас, минус Лурд на зелени. Но здесь... просто включается Куба Нео Паши, молниеносно отвечает тремя фрагами. Нео еще Зивана просто на инфу забирает. Остается последний Блейд. Блейд минус Нео, но получает по голове 7 хп. Да, Паша. Паша шикарен. Просто вышел по зумам. По голове долбанул с ВП. 4-8. 4-8. Что у нас здесь по фрагам? 12 на 6 у Зивана. Так как было 12 фрагов, так и осталось. Иван немножко выключился из игры. У поляков все ровненько. Кубан слегка отстает. А так все. Все, в принципе, хорошо. Эко. У украинцев эко. Один дигл. Александр. Андрей Городинский. У нас с диглом, все остальные с глобом. Ну и тут приемчик. Приемчик на Б-плант. Таз, таз, таз. Для таза это... для таза это все легко. Кубан последнего забрал. 8-5. Поляки, по-моему, взяли все-таки за дело. Поняли, что 8-1 это... это опасно. Да даже 8-7, знаете. Проиграть в сторону 8-7 в защите, это все равно очень опасно. Это просто крайне опасно на карте Dead Train. Ну, посмотрим, что кирчи покажут нам в защите. Кубан промахивается. Кубан зол. Я уверен, просто Кубан сам на себя зол. Но в таких ситуациях... в таких ситуациях игрок такого уровня должен попадать. Размен. 4 в 4. Нео делает... убивает минус 1. Тут же Бондика его разменивает. Лурд в спину Бондика. У Бондика там совсем мало ТП было. Так, бомба ставится. Бомба ставится, бомба ставится. Кубана должны убить. Да, Блейд забирает Кубана, но... да, но тут нереально. Мне кажется, слишком сильно поспешили. Украинцы с плентом. Надо было еще минус один хотя бы сделать, потом уже ставить. Так получается, что... ну, игрок, который ставит бомбу, он не может никого прикрывать, не может ничего делать, кроме как ставить бомбу. Ваш капитан очевидность. Собственно, вот этим кирчи поплатились. Последний раунд первой половины, этот уже... хочешь, не хочешь, закупишься. Не знаю, что там по деньгам
у Керчей, но, судя по калашам и АВП у Крутого, все хорошо. Ну да, 5 раундов подряд проиграли, тем более бомбу поставили. Тут все окей. Так, Зиван проходит. У Шарского сейчас будет встреча. Да, опять аркадник Лурд. Что творит Мариуш Цибульский? Просто шикарно. Аркадит, вот, вы знаете, это аркада со знаком плюс огромным просто. Так, сейчас подсадочка на АВП. Бам, минус куба. Ну, отлично Зиван разыграл. АВП вроде как не штатский снайпер команды, но с подсадкой справился. 4 в 3. Я не могу сказать, что у Керчей такая уж плохая ситуация. Почему? Потому что тут, когда команда остается 4 человека в дефенсе, это гораздо хуже, чем 5 человек. Да? Почему? Потому что нет вот этого хелпующего звена, который придет на помощь. Кубан пишет бастардос. Но тут Нео. Нео забирает двоих. Это 8-7. Так, 8-7. Смена сторон, сразу рестарт, без каких-либо перерывов. Кстати, надеюсь, что карты будут тоже без особых перерывов, не так, как в первом четвертьфинале, где там 15 минут были паузы между картами. Все-таки время не детское уже. Так, 8-7. Керченет выиграли атаку. Счет более чем хороший. Поляки в атаке. Заговорил я стихами. Итак, поляки атакуют. Массовый, просто массовый забег под зелень. Должны останавливать Керчи их. Да, отлично. Шикарно просто встали игроки. Керчнет просто шикарно. Бондик с Блейдом разобрали всю команду просто. Ну тут крутой еще один факт дал, да. Нео минус Шарский, но этого мало, 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 мало. 9-7. Фух, 9-7. И это такой, знаете, звоночек. Дзинь. Есть. У вас проблемы. Вы проиграли две пистолетки. С двумя пистолетками проигранными карта берется очень-очень с большим трудом. Ну, это, по-моему, только Virtus.pro могут отдать. Без проблем карту, выиграв две пистолетки. Это так, знаете, легкий троллинг игры Virtus.pro против Infact на этом турнире. Так. Зиван Шарский смотрит нижний и верхний парики. Крутой на хелпе в перемычке. Бондик на четвертой линии смотрит пожарку. И Блейд у нас тут у скалы крутится. Ну, смотрите, зелень отдали. Логично, кстати, очень логично. Почему? Потому что на глоковых эко очень-очень-очень редко команды бегут по зелени с глоками, ну потому что там стопроцентный прием просто будет. Плохо то, что дали бомбу поставить. Очень плохо, и сейчас Зиван еще, скорее всего, заберут. Нет, уже Нео забрали тут под собакой. Нельзя, конечно, давать ставить бомбу на глоках, но что уж тут поделаешь. Поляки сейчас могут закупиться, да, поляки это и делают. Да, у них нет АВП, но у их противников из Керчны тоже еще нету АВП. Поэтому это может сыграть очень даже неплохо. Так, что делают поляки? Поляки халдят. Лурда отправляют смотреть зелень. Он так, если далеко решил не уходить, просто к стеночке прижался. Смотрит аркаду с зелени, Паша смотрит аркаду сотки, Кубан Тас в доме. Нео уже, по-моему, спустился поверх низу, сейчас посмотрим. Нет, Нео тут сидит у винта. Четыре человека в доме, Лурд тоже к ним отходит. Все, это массированные движения в сторону плента Б. Бондику страшно, Бондик все время думает, что его вот отсюда заберут, но не бойся. Не бойся, Владислав Нечипарчук, все будет хорошо. Там никого нет. У Нео не получается перестрелять. По-моему, там Блейд был, наверное. Нет, это был Зиван.
не получается, даже у двоих поляков не получается Зиван перестрелять. Зиван ставит один хедшот. И все. Получает от Нео. Но здесь просто шикарно сыграл Шарский. И забрал всю польскую команду. Это 11-7. Денег у ЕСЦ нету. Сейчас будет эко. Шарский покупает крутому АВП. Сам берет калаш. И пока, вы знаете, за 3 раунда 2 фрага. Все от Нео. Это очень мало. Я думал, что у поляков, знаете, тут страшная польская атака на дотрейне. Нет, нету здесь. Не вижу я вот этой страшной польской атаки на дотрейне пока. Пока я вижу убитую просто в хлам экономику у поляков. Попытки какие-то вот сделать тачдаун. Но тут Зиван. Никаких тачдаунов. Да, и Шорский еще просто разнес голову. Таз 12-7, 12-7. По-моему, это 1-0 в пользу Керчи нет. Вам не кажется? Вот что-то у меня уже закралось в голове сомнения по поводу непобедимых польских ребят на дотрейне. А что самое интересное, The Nuke, следующая карта, она как бы слегка так керчнетовская карта. Да и The Inferno третья карта. Карта, где керчнет Нави просто разметали на ВЦГ Украины. Ну, посмотрим. Посмотрим. Я забегать вперед пока не буду. У нас здесь поезда еще не закончились. Он стоят еще, видите. Так, что у поляков? У поляков сплит 3-1-1. Усиление. Усиление зелени. Все, Бондик почувствовал силу. Бондик почувствовал, что непобедимый Керчнет непобедимый. Полез чем-то в сотку. Кубан нашел Блейда, который полез в зелень зачем-то. Так, крутой ничего не видит. Крутой весь в дыму, да, и тут еще Паша включился. Ну, смотрите, все, раунд за поляками. Зиван с Шарским остались. Зиван будет сейвиться. Шарский. Шарский тоже будет сейвиться, но вот боюсь, не уйдут ни один, ни другой. Так, Зиван забрал таза. Почти без потерь. Так, Зиван, минус Кубан. Нео, правда, нахуй. Зиван, минус Лурд. Зиван уже минус 3 дает на сейве. Промахивается по Паше. Так, вот это что такое сейчас тут происходит вообще? Да, Паша все-таки забирает Зивана. 12-8. Может, рано я еще начал тут рассказывать про то, как Керчнет сейчас выигрывает у поляков. Вполне вероятно, что я поторопился с этим. Так, быстрый врыв на аплен тут у нас. Нео раскидывает, Нео говорит, погнали. Поляки заходят, все в дыму, ничего не видно. Блейд не перестреливает таза. Крутой, минус Паша сейчас. Да. Сейчас тут будет Кубан, я хотел сказать. Так оно и получилось. Но здесь Зиван с Бондиком минуса. 3 в 2. Бондик живой. Еще как живой. 78. Бондик шикарен. Минус Лурд. Нео остается один у верхниза. Промахивается. Зато Зиван не промахивается. Просто какой же божественный аим у Романа Полтавченко. Это просто шикарно. Дигл в руках, Юсп в руках, Глок, АВП, Кольт, Калаш. Без разницы. Просто уничтожает. На мой взгляд, сейчас это топ-1 аймер Украины. Просто в идеальной форме находится Роман. 13-8. У поляков нет денег, потому что раунд до этого брали, потом проиграли, никаких бонусов по деньгам нету. И выход под нижний парик. Тут Шарский. Смотрите, что Шарский делает. Ну, Шарский. Ну, почему же ты так сделал? Зачем же ты так сделал? Да, Паша взял кольт Шарского. Начал тут панишмент устраивать. Таз бурстом. Минус Блейд. Крутой.
Просто в упор затыкивает. Ну, какой-то вот каламбурище просто. Не раунд, а каламбурище. Остается бондик с крутым. У Нео тут 4 хп. Нео сейчас бомбу еще возьмет. Еще поставит. Посмотрим. Нео хитер, бобер. Посмотрите, что делает. Посмотрите, что он делает. Он же обманывает. Он же обманывает своих оппонентов. Нет. Нет, бондик все-таки решил вернуться, проверить. 14-8. Но экономика сейчас пострадала. Украинская экономика пострадала. Точнее, не украинская экономика, а экономика украинской команды. Я надеюсь, что у Украины с экономикой все в порядке сейчас. Заводы работают. Все хорошо на Украине. Ну что? Раунд, вот он самый главный, решающий раунд. Куба начинает с хедшота по Шарскому в дыму тут. Б-плант остается... Остается с проблемами, но Зиван с крутым. Два шикарных АВП. Команды Керчнет немножко успокаивают польский пыл. И поляки, по-моему, начинают думать уже, а не пойти ли нам на А. Черт с ним, с этим Б, там Зиван. Бондик, интересно, стоит, да. Сейчас пойдет чекать вверх-вниз. Проверил за ящиком, может, вдруг там кто-то есть. А к нему никто не идет. Все идут к Зивану. А Зиван не прощает. Зиван минус Паша. Лурд с Нео уже прошли. Прошли на плент. Крутой минус Нео. Но здесь два, просто два украинских АВП разбираются со всей командой поляков. Ну, по-хорошему, сейчас бы должен был Зиван забрать Лурда. Так, что инфа по нему есть? Бондик забирает. 15-8. Ну да, это ГГ, это 1-0. Керчнет побеждает на этой карте. Потому что, ну, сейчас мы увидим диглы. Первая броня. И, ну, калаши с первой броней, либо диглы со второй броней с гранатом. Сейчас посмотрим. Смотрите, что делает Зиван. Зиван демонстрирует нам акробатический этюд. И сейчас Зиван будет отстреливать сотку. Нет, не будет отстреливать сотку, к сожалению. Неувидимый отстрел сотки от Зивана. Смотрите, там уже есть кто-то. Там, по-моему, Нео. Нео у нас всегда здесь ходит. Да, и Нео получает в башке от крутого, который промахивается по второму игроку. Так, крутой шарский Зиван. Ну все, Кубан последний. У Кубана глок. Видимо, Кубан был раскидывающим гранаты игроком в этом раунде. Ну, просто не было денег на что-то больше. 16-8. GG. Просто шикарная игра от Керчнет. Я безумно рад вот за этим всем безобразием наблюдать. Ждем вторую карту. Пока небольшая пауза.